Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушаю с вами Юлия Мишко. Всем привет. Сегодня будет еще одна демка с фестиваля, и это демка под названием Oddballers. Да, в общем, это от создателей Stickbolt, по-моему, да, так. Да, мы да, ее да, проходили. Тоже как бы вышибал. Инфа для олдов. Это в общем, точно. Здесь будет трэш полный. Я красненькая, Мишка голубой голышок. Да, и голышок так и будет. В общем, здесь, да, опять же, вышибалы. Но здесь угары, ребят, просто тонны. Точно, и там... куча всяких режимов, даже в демке. Да, в общем, начинаем. Есть боссы, ой, есть еще кое-что, крутая физика. Умеете уворачиваться, умеете кидать, все шикарно. Понятно, мое да. лицо уже потерпело небольшое крушение. Слушай, я могу блин, этим... Фух, как Макс Пейн. Здесь очень прикольно, когда мячик в мячик всекается, ребят. Это просто такой... Давай, Юль, сделаем это. Шухер! Было опасно. Мне нравится это дело, на самом деле. Так, кто же кого попадет? Так, да блин, yes. Вот я забываю, что здесь... Мама мия! Нет, куда, куда? Ты знаешь... Yes, минус голышок, Я там затрепался, что-то. Должен был быть нормальный повтор. Что это произошло? Ай-яй-яй, в меня летит прям А, это я. Или кто? Что происходит? Это очень странно было. Ну да ладно. О, новые карты. Здесь есть, видите, взрывные... Ой, слушай, я мог так клёво... Вот и это, все? Слушай, знай, можно как бы мяч взять вот так жестко, и он прям будет убийственный. То есть прям с подлета. То есть его именно схватить. Так-то он. Такс. Так, это с минами. О! Да ну нафиг, да ну нафиг! Пип! Ой, они друг от друга не взрываются? Очень странно. Так, хоп, перехват. Блин! Просто. Миша так обуглился маленько. Бум! Сейчас, и все. Круто, что еще есть повторы. Не, повтор здесь... Да! Слушай, они много в этой игрухе все офигенно. Угарные персонажи, крутые, интересные режимы. Так еще и танцульки есть. Да, ну, персонаж мой вообще сразу же, говорю, топовый. Ладно. Ну и мой неплох. Очень круто. Миша постарался. Да. Оформлено... Ой, это ого, что? Овца. Типа босс. А, нет, это не босс. А надо побрить овцу. Ну, слушай, столько много режимов. Мы пробовали с Юлей, там было с дудкой, был ой, босс. Ой, дудка, это вообще шикарно. Я надеюсь, она попадет. Да, будет ли она, другой вопрос. Ладно. Как, надо схватить вот, да? А мне кажется, что я делаю? Кушаешь, я так понимаю. Понятно. Все, в общем, у нас есть косилка. Так. И не давай. А стой, Миша, может, а как... зажать этим? Давай. Так я пытаюсь. Стой. Погоди, а как ей работать-то? А, Y, все. Все, мы выяснили, как и готовы сражаться. Да, ну могу! Не просто? Да вообще не просто. Ладно, я поехал. Ну и что? Отлично. Вот и минус два. Сразу же. Так. О, очнулся. Эй, а меня-то что сюда? О, я в овцу попал. Блин, я... Да блин, она мне вредит, мы никого, Юль, не побрели. Ну, Миш, ну так ты... Ну а ты что делаешь-то? Какого лешего? Все, я... Все, поехал, поехал. Ну, конечно, конечно, ага. Рын-дык-дын-дын. Одну побрил, так, отлично. А меня-то за что? И Юлю за одно. Так, опа. И все, я главное... золотая овца. Да нет! Ну давай, еще чутка, 6 секунд. А чего ты не заводишься? Так это и надо сделать. 80%. Пипец, а у Юли 0. Неплохо. Или... И все, и вот с этого я уже не смогла оправиться, да. Ну, бывает. А, он такой довольный. Еще. Так, все, овца, теперь ты моя. Поехали. Отлично. Нужно. Не забывай убегать. Я понимаю, но это не так просто. Я-то где? Все, поехал. Ну, конечно. Юль, толкай сколько угодно. Так. Все. Уходим. Уходим. Так. Блин. Выбил. О, можно выбивать? Нифига себе. Ай, меня там не попади. Все, брим. О, золотая. Есть. Да! Столкновение неизбежно. Отлично. Так, овечка. Я в защите был. Не страшно. Блин, она как долго разворачивается. Вот это скосило.
Все. Да ну нафиг, 100%. Жесть. Ну хотя бы 20, я улучшила свой результат. Я так сплавился еще вовремя. Жесть. Ух. Ладно, не понял. Я... Что-то как-то приуныло, я такая мы сразу. Сравнялись. Да? Ничего. 6, точно. Такие. Стыц. А я-то вообще такая мажорная чика. Штучка. Наверное, чика, я даже не знаю. Так, это что, просто уничтожить друг друга? Опять же, да, последний остается. Ну, ладно, здесь мы уже более, как сказать, опытные с тобой. Конечно. Так что должны... Я жду, если, ну, надеюсь, попадется, точнее, здесь. Дуда. Но мы еще подловим. Просто Дуду надо показать обязательно, ребят. Блин, а вчетвером я представляю, здесь какой трэш творится. Здесь же можно большой пати. Есть еще онлайн, ребят. Да, вот как... это я понимаю демка. Да, то есть тут прям все понятно в игре. Понятно. Здесь два этих уже... Так, я... ну, может, второй мяч дадите-то? Ой, кура! Блин. Ого, это было мощно. Прижал. Шухер. Я спрячусь! Ай! Ого! Тут можно рикошетом? Ай, блин. Че ты ржешь? О, пробилите. Офигеть себе по всем этим прошел. Да блин. Ай, о, отлично. Блин, блин, горящий. Да как так? Шухер! Ё-моё. Получила лысая башка. Ходим. Слушай, ну так тараном-тараном. Блин. Нет уж. Ес! Кура! Как можно фаталити с курой? Куралити это будет. Куралити, да. Неплохой подзатыльник, я бы тебе сказал. Да. Да, недурно. Минное поле. Пропан снэк. Да. Я не пойду. А может толкаться тебе? Жалко не в тебя. Я думал, это никогда не закончится. Блин, он еще подкидывает. Да и... хватит! Ух, это было опасно. Да иди ты в жопу, Ю. Ну ты что, издеваешься, что ли? О, кайф, что ли? Понравилось тебе? Так. Так, практически все. Ух, я уже думал, сейчас прям рубанет. Да ё-моё. Yes. Да как? Yes, как? Yes, как? Yes! Да, да! Ура! Я такой, знаешь, сначала не понял с первого. Ну как? Два шара. Это чё? О-о-о-о-о-о! Танцует. Отлично, так. Отлично. Кто вырывать себя вперед? Неплохо. Надо... Ну слушай, ну я хотя бы не отстаю. Ладно, ну, следующий... Да, не отстал у нас. Да, этап. Надеюсь, не офф. Туда! Мы ее ждали. Но она просто угарная. Мне даже, знаете, если честно, не важно, кто здесь победит. Это просто вот я готова играть бесконечно. Главное, Юль, внимательно. Не даем додудеть друг другу. Ну... Здесь именно суть в этом. Можно еще дать какую-то... Ого! Не может ловить мяча, а их... Так можно было? Что? Тут надо выбрать. И да, путем понял. Голосования, какой, типа, твой? Все, типа, мощные. Powerballs. Да. Все время. Все время, типа. Фига себе, у тебя там. Да, и у тебя. Хорошо, что есть цензура. А я могу тебя... Мне нечего скрывать, на самом деле. Так, хорошо. Это что, серьезно? Они будут супермощные? Да, Юля... Да иди ты, что ты придумала? А где дудка-то? Она вот здесь где-то. Хорошо, ищи. Так, дудка тут. Нужно расчехлить. Отлично. Хватит. Ай, блин. Шухер. Блин, я не могу. Да хватит. Блинский. Нет! Ай, блин! Черт. Ай, моя защитка! Шухер. Потихонечку, потихонечку. Главное. Так, отлично. Синхрон. Ай, блин. Фигу тебе. На всякий случай, чтобы... Все отлично. Есть! Ну нет! 99. Ай, ну какая обидка!
Фу, было опасно. Так, это что у нас? Ага, все, нормально. Это еще, да? Так, еще здесь они. Тут вроде тоже шар был, да? Понятно. Блин, нет. Ай, блин, да я же была за преградой. Сам в разгаре. Да что такое? Нет, пожалуйста, быстрее, ё-моё, нет! Моя песенка спета. Доигралась. Блин, это обидно. Нормально, да? Видал, как надо. Я слился. Круто, что ты реально еще вышибалы. Да, тут еще жалко нам босс не... Ай-яй-яй. Заранее, чтобы были шансы на победу. Ага. Даже не успею. Я угадаю мелодию с трех нот. Ой. Блин, наигрался. Только довольно. Ай, да как? Ну я же увернулась. Ты что вы врете? Макаронный марш по мне. Все. Четкий. Класс. Ну, ребят, согласитесь, это офигенный режим. Я буду моя. Всего одна монеточка. Но мы с тобой сравнялись. Не совсем. А, совсем. Да, не совсем. Блин, слушай, ну мы с тобой никто не хочет победу отдавать. Конечно. Только не босс, пожалуйста. Ого, шерифы. Что это такое, баунти? Розыск какой-то. В общем, оппонентов, помеченных звездами. У нас только двое. Странно. Ну, да. Ну ладно. Так, Critical. Что такое еще? Птючки? Ну, я не знаю. Давай птючек. Будут птючки. То есть, ну, это даже не. Как это сказать? Даже не это, да. Не выбиралось. Да. То есть выбралось нами. Вот так. Единогласно. Ну, вдвоем на этот режим, наверное, превратится в то же самое, что и просто сражение. Поехали. А, кто будет выплевывать его? Я не понял. Давай, Кура! Погоди, я не понял, а как... А что делать-то? Как его забрать? Погоди, стой, успокойся. Сейчас заберет и такой. А, нужно на Y, Юль, и можно отлично. Так эти тянуть, репки. Иди... Ого! Ай. Получила? То есть вытягиваешь... А как? На Y. И от себя... Отлично. Ну как вот, тебе? Вытянула. Это мой язык был или что? Да, болтанка. Так, у меня уже больше звезд. Я так понимаю, что-то тяжело, Юль, дается эти репки. Ну конечно, это была моя репка! Опа, все, видишь, ты за мной поиск. Хотя мы вдвоем... Так, назад. Сейчас, ну, а вот... Так, отлично. Репа будет. Это моя репа будет. О, вовремя. О, я ее перехватил. Жду вас. Нет, ну погодите, я даже не очнулась. Все. Ай. Пшел отсюда. Ты тоже. Есть. Давай, вот рядышком. Ну куда ты улетел? Че ж ты делаешь-то, пес? Дай. Ладно, будем репы разбираться. Отлично. Юля, мало, походу. Мало, Юля. Все. Мне репы начистили просто. По полной. Бургеры твои там катаются. Опа. Слушай, ну я мастер, по-моему. Мне уже сложно победить. Горящая репа. Просто 5 раз. Я в сарае, Миш, смотри. Живи там теперь. Эх. Тихо, спокойно. Хороший кадр. Мощно. Золотая медаль. Ну да, я считаю, что Мишка тут, конечно, себя проявил по-царски. Ты, ну все, ровно 15. Эх, ну я считаю, что я тоже была не так плоха. Да, не увидели мы, к сожалению, босса. Босс там был на тракторе мужик.
его нужно было уничтожить. А сейчас... Ну, а сейчас, погоди. До бесконечности? Нет, до 15, но нужно больше. Ну, блин, опять баунти. Ну, что вы издеваетесь? На самом деле. Ну, придется, Юль, тебе начистить. Репу, да, да, но вдруг ты... Ну, я не знаю, конечно. Но я постараюсь дать отпор. Тем более карта, видишь, более такая индустриальная, с какими-то заборами. Ты думаешь, мне это поможет? Ну, мало ли. Хотя, знаешь... Индустриализация здесь не пахнет. Ладно, поехали. Ой, было близко. Можно перехватывать, не забывай прыжком. Нифига себе. Это было опасно для твоей жопы. Просто, Юля, знаешь, как терминатор, а Юля... Оу. Оп, блин, перехватил, называется. Оп, вовремя, мужик. Курочка. Ай! Нет, я думал... Фига себе, я влетел. Четко прям. Я думал, я перехват смогу сделать. О. Да, конечно. Так. Блин, рикошетик. Да, ага, угу, yes. Ага. А я жив. Че ескаешь-то? Горячий. О, я его просто толкнул. Ну, пшел отсюда. Во-во-во-во-во. Есть. Нафиг. Жестко. Ай, у меня одна звезда есть все равно. Это уже хорошо, знаете ли. Только рожки да ножки остались. К братцам. Так, отлично. А как ты так перехватил еще раз? А вот когда в тебя летит, левый курок делаешь. Поняла? Запомнила? Запомни мой кулак. Вот сейчас я это сделаю. Блин, ну не совсем. Так, 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 так. Yes. Видишь, ты уже могёшь. 4-4. Мало ли, прикинь, если ты сейчас выиграешь. Долго летит. Можно 100 раз успеть чего угодно сделать. Очень долго. Щет. Ух, кирпич спас меня. Быщ! Ай, ну я думала, что меня не захватит этим взрывом. Захватит. Чуть-чуть времени-то осталось. Шухер. Давай! Ай, еще... Да как так-то? Траву меня унесло. Там тебе и место. Вот это эпично было, на самом деле. Чёрт. Добивались. Где мой пипо? Миш, ну хоть бы прикрыл свою срамоту. На... Мне пофиг, короче. По-моему, эта игруха вообще, конечно, многообещающая. Будем ждать, а на этом все. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.